Привет, любимые мои. За что я люблю ЖМЖ? Но прежде чем я начну, подпишитесь на мой телеграм-канал, кто еще не подписался. Ссылка под видео в описании и в подсказках. Там у меня много крутых историй про ЖМЖ. Итак, первое, за что я обожаю ЖМЖ, это минет в два ротика. Когда мы по обе стороны мужчины вместе поднимаемся по стволу и встречаемся в поцелуе на головке. Это настолько возбуждающе для меня, это настолько красиво для меня. И отслеживать в этот момент реакцию мужчины, смотреть ему в глаза и видеть, как он кайфует, когда он видит вот эту картину там у себя в паху. Вторая причина, за которую я люблю ЖМЖ, это возможность отстроиться и оставить их вдвоем, наблюдая их секс. Такое порно вживую. В этот момент я, наверное, играю такую некую роль куквин, потому что я не участвую, а просто наблюдаю. Я люблю ходить вокруг, сесть с одной стороны, посмотреть, с другой стороны посмотреть. И когда меня пытаются вовлечь, я в этот момент говорю: нет, ребят, я хочу за вами просто сейчас понаблюдать. И я какое-то время, ну, недолго, там, 2-3 минутки, могу вот так вот кайфовать от того, что я наблюдаю. Потом я чувствую порыв присоединиться, я присоединяюсь. И дальше в течение всего ЖМЖ я могу вот так вот отстраиваться несколько раз и в каких-то позах разных наблюдать оставленную мной пару. И вот меня это напитывает каким-то таким прям просто дичайшим вожделением, сумасшедшим возбуждением, которое я, наверное, мало где еще испытывала, потому что, например, в свинге, когда пара на пару, обычно тебя слишком сильно занимает, ну, меня слишком сильно занимает мужчина из пары, да, и да, у меня есть возможность немножко наблюдать за сексом моего мужчины и другой девушки, но не настолько. Меня постоянно отвлекает, и чем-то занимает ее мужчина. Поэтому это немножко не то. У меня нет возможности отстраиваться, просто понаблюдать. Ну, разве что, если они там на несколько минут организуют МЖМ, да, и я отстроюсь, чтобы понаблюдать этот МЖМ. Вот только в этом случае. А так ты все время занят, ты все время в какой-то движухе, и это совершенно не та же ситуация, как при ЖМЖ. Поэтому вот этот момент, он для меня ценен именно в ЖМЖ. Именно вот за это живое порно вблизи я люблю ЖМЖ. И третий момент, за который я люблю ЖМЖ, это куни, когда мужчина во мне. Ну, согласитесь, в сексе один на один с мужчиной я не могу получить куни. Ну, я не могу сделать куни. Некому. А это очень возбуждает, когда ты делаешь куни, и мужчина в тебе. И это все вот так вот происходит одновременно. Неважно, в какой позе. Это может быть в разных позах. И в миссионерской, когда девушка сидит на лице. И в доге, когда она лежит, а я в доге. То есть, ну, это неважно. И даже это может быть в наезднице, когда она стоит надо мной, а я в наезднице, да.
Я даже не знаю, в какой позе мне больше нравится. Наверное, миссионерская. Я говорила, что больше всего я вообще люблю миссионерскую. Можете закидать меня помидорами, секс-блогер, который любит миссионерскую. Но, тем не менее, это так. Вот, я вам перечислила все такие самые главные три причины, которые меня больше всего привлекают, заводят в ЖМЖ. Пишите в комментариях, а что вы любите больше всего в ЖМЖ и что вам еще рассказать про ЖМЖ. Я всех люблю, целую. Пока-пока.